Всем привет! Всем привет! С вами Аюна и... Нарана! Так, сейчас Нарана ответит на вопросы теста на развитие ребенка 5 лет. Просто вот открыла. Всех родителей волнует, насколько их ребенок развивается, соответствует ли его развитие общепринятым нормам. Для определения уровня умственного развития существуют специальные тесты. Проводя их, родители могут выявить, в каких областях ребенок отстает, и уделить больше внимания именно этому разделу обучения. Проводить тестирование на развитие ребенка нужно, когда ребенок не устал, в хорошем активном настроении. Заставлять ребенка отвечать на вопросы, если он не хочет, не стоит. Тестирование нужно проводить в спокойной, дружелюбной обстановке. Вопросы теста. Первый. Какое сейчас время суток? 8-9 часов вечера, да? Так какое время суток? Время суток бывает утро, день. А сейчас какое время суток? Ночь. Ну, ночь, можно сказать, да. За окном-то темно. Это для нас ночь. А что будет потом? Потом утро. Да, правильно. Так, покажите ребенку картинку и попросите показать и назвать времена года. Ну, давай. Вот я показываю первую картинку. Это... Зима. Это... Лето. Это... Это... Осень. Это... Весна. Ну, смотри, листья желтые, это значит... Осень. Ага, а это тогда... Весна. Угу. Так. Ну, мелко просто. Не столько, не очень видно, да, не было понятно. Маркером осени являются желтые листья для нас. Так. А третье, вот этих посторонних звуков не надо производить, стучать ногами, потому что там микрофон почему-то именно эти звуки улавливает лучше всего. Так, третий вопрос. Выберите и задайте один из вопросов или придумайте свой с простейшей причинно-следственной связью. Почему мама стирает одежду? Потому что грязная одежда. Угу. Все, коротко и ясно. Так, почему дорогу переходят на зеленый свет? Потому что можно в красный свет попасть в аварию. Угу. Почему нужно мыть руки перед едой? Потому что перед едой грязные руки. Ну, не только же перед едой, да? Ну, потому что они грязные, да? Да. Так, зачем зимой надевают варежки? Чтобы не было холодно. Да. Попросите ребенка назвать предметы круглой и квадратной формы, которые он видит вокруг себя. Так, давай, что у нас здесь есть круглой формы? Посмотри. Моя голова. О, замечательно. Еще что-нибудь? А квадратная тогда? Квадратная. Вот это? Коробка? Да. Ага. А еще что? Прямоугольной формы. Мне кажется, тебя не слышно. Вот это что и другое? Клубок? Да. Угу. Ясно. А вот что светит? А? Что светит? Здесь что светит? Посмотри на этот предмет. Вот этот фонарь. А вот этот лампочка? Лампочка круглая. Угу. Еще что? Вот тут, там есть круглые предметы? На полочке с косметикой. На полочке с косметикой есть круглые предметы? Часы. Часы, кстати, да. А еще? Очки. Очки, да, мои круглые, да. Ага, а еще что? Этот
грибочек, кажется. Грибочек? Это солонка. Угу. Солонка. Крышка у него круглая. А еще круглые крышки есть? Маленький дружок тут. И еще один маленький дружок. И еще один дружок. Ага. Что ты имеешь в виду? Крышки или что? Я не вижу маленьких крышков. Вот крышечки твои. Крышки, да. Еще один крышечка. Да. Крышки-то круглые, да? Мы же можем их, сейчас мы их видим прямоугольными, но если мы их повернем к нам круглой стороной, то они будут круглыми, да? Так, ладно, поехали дальше. Еще одна круглая. Да много тут круглых крышек, в основном крышки круглые, круглого сечения. Так, попросите ребенка назвать предмет, а, это все уже прошли. Сколько предметов на каждой карточке? А, где больше? Где больше? Так, давай сначала на первой карточке. Сколько предметов? Вот этот? Да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ты что по второму разу считаешь? 10. Не путай. Так, ну сколько итого? Ну давай еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10? Угу, молодец, не запуталась. Так. Кубиков? Да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Угу. Где больше? Тут? Да, на этой карточке, где 10 предметов, там больше, да? Так, еще что? Для чего нужны эти предметы? Вот эти. Вот эти? Угу. Давай по порядку. Вот эти, чтобы это отфилить? Угу. И как называется? Чтобы фотографировать. Фотоаппарат? Ну да. Это? Утюг. Прям как у нас. Это? Это сковородка. Угу. Что они делают? Что ей делают? Жарит. Жарит. Ага. А утюгом что делают? Утюгом глажут вещи. Гладят, ага. Это что? Наушники, чтобы включать музыку и слышать наушники. Угу. А это что? Это веник, чтобы подметать на полу. Угу. Ну, в основном здесь не веник, а что? Вот это что красное? Чтобы подметать пол. Да, ну, щетку для того, чтобы подметать, а вот этим предметом что делает? Умывает. Туда поснёт. Туда собирают мусор, да? Это совок называется. Совок. Ты знала вот такое слово? Да. Что, забыла? Так, что на картинке лишнее? Лишнее? Ну, давай посмотрим, что на картинке изображено. Чтобы ответить, нужно сначала ответить на первый вопрос. Это что? Это баклажан. Это абрикос. Абрикос. Ага. Это? Это абрикос. Не знаю. Не знаешь, это? Яблоко. Это? Еще одно яблоко. Это? Вишня. А это? Еще одни вишни. Это вишня, ага. Это? Мандаринка. Ну, например, да. В общем, это слива? Слива. Это яблоко, да? Да, яблоко. А это черт знает, что это такое. Это, по-моему, манго. Нет, нет, не манго, а... Давай я с тобой запутаюсь. Может, это айва, да, не знаю. А это что? Это цветок. Так, и что здесь лишнее? Цветок. Почему? Потому что его не ест. Его не едят, ага. Да. А остальные предметы как можно назвать одним словом? Не знаю. Ну как не знаешь? Это что? Задам наводящий вопрос. Это овощи? Нет. Нет, это не овощи. А что это? Это фрукты. Вот. Все эти предметы фрукты, кроме? Кроме цветка. Так, результаты.
Если на все вопросы ребенок ответил правильно, без всякой помощи, то развитие ребенка соответствует его возрасту. Да, она ранее еще 5 нету, ей 2 месяца до 5 лет осталось. Если более одного вопроса вызывает у ребенка затруднение, нужно уделить внимание его занятиям. Вопросы первый и второй проверяют общую осведомленность ребенка. Первый и второй – это что? Времена года и какое время суток? Я хочу еще что-нибудь. Вопрос три. Оценка способности воспринимать окружающую действительность. Не шурши. Там шум запишется. Вопрос номер четыре. Тестирование умения концентрировать внимание. Четыре – это что? Предметы круглой и квадратной формы. Так, хорошо. Номер пять. Проверяет уровень математических знаний. Это там, где больше предметов, где меньше. Я хочу еще что-нибудь посмотреть. Ну, я же еще не закончила, ты меня не перебивай. Так, вопрос номер шесть. Оценка уровня восприятия ребенка. Вопрос номер шесть. Это о чем? Где что-то и что? Где сковородка, утюг, фотоаппарат. Номер семь. Оценка уровня восприятия ребенка и логического мышления. Все в порядке у нас. Да? За эти 2 месяца мы еще догоним. Ну, что, еще говоришь? Так, сейчас еще какие-нибудь тесты пройдем. Припекла. А стоит ли? Ну ладно, давай распрощаемся, да, со зрителями. В общем, мы пошли дальше тестироваться. Всем пока. Всем пока. И...